Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, почти каждый четвертый житель во всем мире страдает от различных психических расстройств. Небольшие отклонения и кратковременные нарушения встречаются часто, но если человек испытывает страдания, может причинить вред себе и окружающим, не способен адекватно мыслить и справляться с повседневными задачами, тогда уже можно говорить о серьезных отклонениях психики. Но возникает другой вопрос. Что же такое психические расстройства? Психическое расстройство – это заболевание, которое вызывает нарушения в мышлении, в поведении, в эмоциональном состоянии человека. У больных появляются аномальные мысли и восприятие действительности, нестабильное эмоциональное состояние и поведенческие реакции. Психические расстройства по принципу происхождения делятся на экзогенные, то есть причинные факторы которых – извне, то есть вызваны алкоголем или какими-то ядами, токсическими веществами, черепно-мозговые травмы. И эндогенные виды психических расстройств, то есть причинные факторы которых внутренние, то есть врожденные. Это могут быть какие-то хромосомные заболевания. Одним из серьезных психических заболеваний является биполярное аффективное расстройство. Оно относится к эндогенному психическому расстройству. Можно ли вылечиться от него и насколько легко его можно распознать? Специалист не всегда сразу распознает наличие биполярного аффективного расстройства и вначале может ошибочно поставить диагноз депрессивное расстройство. Биполярное аффективное расстройство личности – это хроническое заболевание. И, как и любое хроническое заболевание, навсегда излечиться от него нельзя, но можно свести симптомы к минимуму. По данным ученых, примерно 2,5% людей в мире страдают этим расстройством. Если вы заподозрили у себя биполярное расстройство, не нужно паниковать. Диагностировать заболевание может только доктор, поэтому нужно записаться на прием к психотерапевту. В случае подтверждения диагноза врач составит необходимое медикаментозное лечение и даст рекомендации по дальнейшей корректировке образа жизни. Амир Ахтямов, Универньюз.